Приветствую всех, меня зовут Маркелов Борис, и сейчас я вам расскажу, как я зарабатываю миллионы в своей сетевой компании. Ага, миллион он зарабатывает. Устройся на нормальную работу. Чего опять? Чего опять началось? У тебя дети не кормлены, ребенок обосранный стоит. Когда ты, наконец, деньги начнешь зарабатывать? Вон, иди устройся в Пятерочку, Макдональдс. Хватит уже орать, дайте мне развиваться. Какой развиваться? Постоянно за компьютером сидишь, что за фигня? Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И в продолжение начала видео я вам расскажу, откуда берутся такие видео. Я ушел из проекта, название проекта. Если проект известный, то получается человек, не добившись ничего в своей жизни, там за 3 года, за год, за месяц, за неделю, он записывает такое видео, чтобы пропиариться на имени какой-то знаменитой марки. То есть, вы видели, наверное, я ушел из НЛ, я ушел из Elysium, я ушел еще из какого-то проекта. Вот на фоне этого бренда они хотят пропиарить себя. То есть, если вы пришли в проект, и там действительно это скам, там действительно не платят, там действительно люди не зарабатывают, можно записать такое видео. А если на самом деле происходит все совсем наоборот, для чего вы записываете такое видео? Лучше в следующий раз запишите. Я неудачник, я ничего не добился, подключайтесь в мою команду, я подставлю вам свое плечо, и мы вместе будем заходить в копеечные проекты и ничего там не зарабатывать. Потому что я до сих пор ушла в другой проект, вложила $100, и эти 100 баксов мне надо отбить. То есть человек не говорит даже, что он там пришел в проект, например, в новый проект, оплатил там вход и уже заработал миллион за неделю. Такого вам никто не говорит. Вам начинают впихивать в уши то, что обсирать тот проект, которым человек ничего не добился. Чего он добивается? Он ищет себе, видимо, оправдание. Оправдание в том, что он ни в чем не виноват. Виноваты другие. Виноваты наставники. Виноваты, что нет обучения. Виноват еще там солнце. Потому что не так светило в тот день, когда человек заходил в проект там, или в компанию в какую-то. Вообще виновато ваше окружение. Виновато ваше окружение. Если вы находитесь в этом окружении, где вас постоянно клюют, я понимаю такого человека, я прекрасно вас понимаю, что в таком окружении жить невозможно. Если вас клюют, вы вошли в какой-то проект, проходит месяц, проходит два, проходит полгода, проходит год, вы ничего не добиваетесь, значит, вы что-то неправильно делаете. И в этом не виноват проект, если ваш наставник при этом зарабатывает уже. Если люди, которые под вами зарабатывают, при чем тут проект? При чем тут обучение на проекте? Есть оно или нет? Почему у кого-то получается, у кого-то не получается? Да потому что вы не хотите ничего. И с учетом того, что вы говорите, к примеру, что я все делала. Или я все делал. А кто? Кто видел, что вы что-то делали? То, что вы записали пару видео, либо вы посмотрели какое-то видео на Ютубе, перекатали его, а вам сказали ваши наставники, посмотри наш видеоурок, оптимизируй свое видео, чтобы его посмотрели все. Вы сказали, я самая умная, я самый умный, я все знаю, мне это не надо. При оптимизации видео вы прекрасно знаете, что... Это очень сложный процесс, этому надо учиться. Чтобы продвигать бизнес в интернете, нужно давать рекламу. Чтобы продвигать бизнес в интернете, нужно лить трафик на свою персону. Ну не хотите на свою персону, лейте трафик на свой проект. То есть это никто не запрещает. Если вы это делать не будете, если вы не будете лить трафик, если не будете вовлекать людей, соответственно, у вас ничего не получится. А если вам говорят, там, Вася... Ты давал сегодня рекламу? Ты говоришь, да, я давал рекламу, я 50 рублей истратил, все пустышки, много переходов, но никто не зарегистрировался. Так не зарегистрируется никто, это нужно делать регулярно. Либо развивайте свой бренд и лейте трафик на свою страницу, либо лейте трафик каждый день, ежедневно на свой проект. Развивайте себя, развивайте проект.
рассказывайте о проекте. Достаньте людей до такой степени, чтобы они уже вам писали: «Да ты надоел, я иду к тебе в проект, только чтоб тебя больше не слышать и не видеть». Вот тогда вы добьетесь. Тогда у вас не будет в голове сидеть та мысль: «Надо записать видео, потому что я ничего не добилась», и пропиариться за счет бренда того проекта, который вы обсираете. Задумайтесь над этим, когда вы будете смотреть это видео. И еще одно. Если у вас есть желание правильно развиваться в интернете, если вы хотите развиваться по самым современным технологиям, приглашаю к себе в команду. Если вы решились, мои контактные данные будут под этим видео. Никаких ссылок, просто контактные данные на мои соцсети. На этом заканчиваю. Всем привет!